Слава Богу, братья и сестры. Как брат Вениамин сказал в начале о том, что наши братья решили попробовать сделать проповедь на двух языках для того, чтобы молодое поколение могло слушать проповедь без всяких языковых барьеров. В начале своей проповеди я хотел бы прочитать три места Писания. To begin my sermon, I would like to read three passages of the Bible. И я думаю, что большинство людей, as many of you, наверное, знают эти места Писания даже наизусть. You know these passages of the Bible by heart. Но я снова их прочитаю. But I will read them again. Но вы попробуйте проследить, and just try to follow. Какая в них является одна центральная мысль? What is the center attention of all of these verses? Первое место Писания — это Иоанна, 5 глава, 39 стих. The first passage of the Bible is going to be John 5:39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Второе место Писания. And the second passage. 1 Тимофея 4:16. 1 Timothy 4:16. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continuing them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. И третье место Писания. And the third passage. Иисус Навин 1:8. It is going to be Joshua 1:8. Да не отходит книга закона сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mightst observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then shalt thou have good success. Так, братья и сестры, какая центральная мысль в этих трех местах Писания? What is the center idea of all these verses of the Bible? Я думаю, очень явно, очевидно. I think we all know. Бог призывает нас, God is calling upon us, исследовать Писание. To follow the doctrine, в этих трех, в этих трех местах Писания. All these three passages of the Bible повторяется specify that. Одна и та же самая мысль. They'll specify one idea, one thought. Христиане должны исследовать Писание. Christians should follow the Bible. Но если бы я задал вопрос, but if I would ask you a question, братья и сестры, brothers and sisters, кто из нас, which one of us, исполнил эту заповедь? Has fulfilled this commandment? Кто исследует Писание настолько много, who follows the doctrine, проводит достаточно много времени, we spend a lot of time in it, и больше, наверное, уже было бы даже чересчур много. And I bet there would be a lot of us. Как вы думаете, кто бы поднял руку? How many of us can raise their hands? Я думаю, большинство из нас, I know many of us, наверное, признались бы, would accept the fact, что мы наверняка недостаточно исследуем Писание. That we do not spend a lot of time in the, reading the Bible. Недостаточно его исследуем. Not a lot of time we study it. И хотя Бог призывает, even though God calls us, далеко не все из нас могут сказать, мы действительно это исполнили. Not many of us can say that we actually do that. А почему? Why? Я думаю, что здесь, наверное, может быть несколько причин. I think there's a couple of reasons that might be affecting this. Одна из причин, one of the reasons, почему мы не исследуем Писание, why do we not study it? Это, наверное, потому, что мы имеем духовное сопротивление. Because there's spiritual, spiritual defense. Когда дьявол пытается нас остановить. When the devil tries to stop us. Или же отвлечь. Or just distract us. Кому-то он посылает интересные напоминания из телефона. Sometimes it could be just a message from your phone. Кому-то он посылает сон. It could be a dream. И некоторые люди даже используют исследование Писания как снотворное. And a lot of times people use this as an anesthetic. Иногда люди не исследуют Писание, потому что они увлекаются чем-то другим в своей жизни. And a lot of times people don't do this because they're distracted by something else in life. Какие-то увлечения становятся важнее Библии. Something is more important than studying the Bible. Ну а порой,
But often, причина, почему мы не исследуем Писание, the reason why we don't study the scriptures, потому что мы не знаем как. Just because we don't know how. И сегодня, and today, я хотел бы как раз таки об этом порассуждать. And I would like to present that to you today. Я хотел бы порассуждать, как можно исследовать Писание. I would like us to ponder about this. И для того, чтобы найти эти методы, and to find these methods, я хотел бы обратиться к Библии. Let's turn to the Bible. И посмотреть на благочестивых людей, and find godly men, которые исследовали Писание. Who followed the scriptures. И мы понаблюдаем, как это делали они. And let's just find out how they did that. И свою проповедь я так и назвал. And that is how I named my sermon. Методы изучения Библии в Библии. The method of studying the Bible in the Bible. Первый метод изучения Писания я прочитаю из книги Неемии с 8 главы с 1 стиха. First method will be Nehemiah 8:1. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисея, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня. And all the people gathered themselves together in one man into the street that was before the water gate. And they spoke unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord has commanded to Israel. And Ezra the priest brought the law before the congregation, both of men and women, and all that could hear with understanding upon the first day of the seventh month. And he read therein before the streets that was before the water gate, from the morning until midday, before the men and the women, and those that could understand, and the ears of the people were attentive unto the book of the law. Израильтяне находились в пленении. They were in the captive at that time. И потом царь их отпустил. And the king let him go, let him free. Они возвращаются в свою землю. They came back to Israel. И они решили изучать Божий закон. And they decided to study the Bible. И они использовали этот первый метод. And that is the one method they used. Это метод простого чтения. Just by reading. И они, написано, читали. And they read it. С утра. From the morning. До полудня. To midday. То есть несколько часов. Couple of hours. Они читали Божий закон. They were just reading it. 4 Царств, 23 глава, с 1 стиха. И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды Израиля. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима, с ним священники, пророки, весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденные в доме Господнем. And we're going to be reading from 4 Kings, and that's 23:1-3. And the king sent, and they gathered unto him all the elders of Judah and Jerusalem. And the king went up to the house of the Lord, and all the men of Judah and all the inhabitants of Jerusalem with him, and the priests and the prophets and all the people, both small and great, and he read in their ears all the words of the book of the covenant, which he found in the house of the Lord. And the king stood by a pillar and made a covenant before the Lord to walk after the Lord and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all their hearts and all their soul, to perform the words of his covenant that were written in the book. And all the people stood to the covenant. Здесь мы видим похожую ситуацию. There's the exact same situation. Когда люди собрались, when people gathered, для того, чтобы исследовать Божью волю, just to study the Bible, и они читали. And they read. И, невероятно, не все из них были грамотные. And I know not many of them were actually able to read. Поэтому для них кто-то читал. So somebody had to read them. Итак, чтение — это один из самых первых и самых популярных методов исследования Писания. That is why reading the Bible is one of the most popular ways to study the Bible. Я не раз молодежи задавал вопрос. And one time I asked a question. А сколько нужно времени, чтобы прочитать всю Библию от начала до конца? How much time does it take to read the Bible from cover to cover? И люди называют большие цифры. And they mention big numbers. Но на самом деле, but to be exact, Библию можно прочитать за 70 часов. You can read it within 70 hours. Если вы читаете Библию каждый день, if you read the Bible every day, это всего лишь 12 минут в день. It takes about 12 minutes a day. И за год вы прочитаете всю Библию. And within a year you should be finished with the Bible. Но самое печальное. But what's sad, в Америке,
And in the States, среди христиан, between the Christian, только один из пяти христиан прочитал Библию от начала до конца. Only one in five Christians actually read the full Bible. То есть христиане, которые следуют за Господом много лет, people who follow the Christ for many years, не нашли 70 часов в своей жизни, they did not find 70 hours of their life, для того, чтобы прочитать Библию хотя бы один раз. To read the Bible at least once. Только один из десяти американских христиан прочитал Библию больше, чем один раз. Read the Bible more than once. Поверьте, это очень мало. That is very little. Я лично знаю одного старца. I know one elder. Я с ним познакомился еще в Беларуси. I had a chance to meet him in Belarus. Это было почти 20 лет тому назад. That was about 20 years ago. И на тот момент, and at that time, он прочитал Библию от начала до конца около 50 раз. About 50 times. Когда я с ним встретился в Америке, when I met him in the States, цифра уже была около 70 или даже под 100. It was almost 70, almost 100. И вот что интересно с этим человеком, когда общаешься, when you talk to this person, он поздоровается, he'll greet you, поделится какими-то новостями, he'll share some news, и потом весь разговор and then the whole conversation, возвращался к Писанию. It would turn to the scriptures. Он был настолько наполнен Писанием. He was so filled with the scriptures. Он только говорил о Писании. He would always only talk about the scriptures. Он был очень духовным человеком. He was very spiritual. Я знаю еще одного проповедника из Беларуси. I know another man from Belarus. Который часто приезжает в Америку в гости. Comes to the United States very often. Для себя он сделал одно правило. He made a one rule. Что каждый день. That one every day. Он будет читать как минимум. He will read at least. Одну книгу из Библии. He will read at least one book of the Bible. И он засвидетельствовал. And he testified. Что на протяжении лет. And throughout the years. Я уже не помню, сколько лет он говорил. I don't know how many years. Он мог сдержать это обещание для себя. He could keep this rule for himself. И каждый день. And every day. Он читает одну книгу из Библии. He reads one book of the Bible. Я думаю, это хороший пример. I think that's a very good example. Для тех, кто еще не читал Библию. For those who haven't read the Bible. Я бы не рекомендовал начинать с тяжелых книг. I don't recommend starting with the heavy books. Начните с Евангелия. Just start with the evangelical books. Прочитайте книгу Псалтирь. Read the Psalms. Может быть, книгу Притчи. Proverbs. Эти книги очень легко читать. They're very easy to read. Их легко понимать. And they're very easy to understand. Те люди, которые читали Библию много раз, those people who read the Bible many times, они сталкиваются с другой проблемой. They start from a different, from a different side. Они начинают читать Библию, им все знакомо. And they start to read the Bible, and it seems like everything's they already read this before. И поэтому они теряют свое внимание. And they lose their attention to the reading. Таким людям, for those people, я посоветовал бы прочитать Библию в другом переводе. I would recommend reading in a different translation. Если человек читает всегда по-русски, if you read it in Russian, прочитайте по-английски. Try to read it in English. Если вы читаете по-английски, if you read it in English, прочитайте по-русски. Try to read it in Russian. У нас некоторые из проповедников читают Библию по-румынски. We have a couple of the preachers in here who read it in Romanian. Кто-то читает по-немецки. Some read in German. И когда библейский текст, and whenever the biblical text, даже знакомый текст, even if it's familiar, написан другими словами на другом языке, when it's written with the same words just in a different language, мы его воспринимаем намного внимательнее. For some reason, we accept it with more attention. Я понимаю, что когда я говорю о других переводах, when I talk about different translations, может быть, кто-то настораживается. Some people just become cautious. И это действительно так нужно быть. And that it's exactly how it's supposed to be. Нам нужно быть осторожными со всякими переводами. You have to be cautious with many translations. Потому что некоторые переводы нельзя даже назвать переводом. Because some of the translations you can't even interpret them as translations. Их можно назвать просто искажением Писания. They could like disturb the Bible. И если вы исследовали историю некоторых ересей. And if you talk, if you follow some of the stories about heresies, например, как началось движение свидетелей Иеговы, how Jehovah's Witnesses began, они верят, что наша Библия неправильна. They believe that our Bible is not correct. Они считают свой период правильным. They consider their Bible right. И таким образом они ушли в сторону. And that is why they went to the side. Поэтому я не рекомендовал бы начинать с других переводов людьми, которые не знакомы с Писанием. I don't recommend reading the Bibles where people are not familiar with the Bible. Писание говорит, есть люди, которых чувство навыком приучено к различению добра и зла. The Bible tells us that people who follow, spend time in the scripture, their
Their body already know exactly what it talks about. И такому человеку можно сравнить переводы. And that person can actually see the differences in the translations. Так, первый метод, который мы находим в Писании, so first method that we find in the scriptures, это просто чтение. Just reading. Второй метод, second method, это заучивание наизусть. That is to memorize or memorize by heart. Я не буду читать место Писания. I'm not going to read the passage of the Bible. Об Иисусе Христе. About Jesus Christ. Когда он был в пустыне. When he was in the desert. Он встречался с дьяволом. He confronted the devil. Который его искушал. Who tempted him. Я думаю, вы все помните реакцию Иисуса Христа. And we all remember the reaction of Jesus Christ. Он цитировал Писание. He mentioned the Bible, the verses of the Bible. И он говорил. And he said. Написано, написано, написано. It is written, it is written, it is written. Он знал Писание наизусть. He knew the Bible by heart. Или части Писания наизусть. Or at least portions of the Bible. Но мы можем сказать, ну это был Иисус Христос. Well, we can say, oh, that was just Jesus Christ. Но мы видим, что апостолы знали Писание наизусть. But we also know the apostles did the same thing. А когда апостол Петр в день Пятидесятницы, when Apostle Paul in the time of Pentecost, проповедовал перед многотысячной толпой, he was preaching amongst the many people, его проповедь занимает 22 стиха. His sermon takes about 22 verses of the Bible. 11 из этих стихов. 11 of these verses. Он цитирует Ветхий Завет. He mentions the Old Testament. Это был простой рыбак. He was just a fisherman. Он не был священником. He was not a priest. Но он знал Библию. But he knew the Bible. И он знал ее наизусть. And he knew it by heart. Или части ее наизусть. At least portions of it. И до сих пор. And to this day. Евреи, изучая Тору. Jewish people, they study the Torah. Они заучивают большие части наизусть. They memorize big portions of the Bible, of the Torah. Я думаю, вы встречались с мусульманами. I know we've confronted Muslim people. Эти люди посвящают много времени. They spend a lot of time. Изучая наизусть свой Коран. Studying the Quran. Я слышал об одном престижном исламском институте. I know about a prestige university of Islam. Где люди поступают, чтобы выучиться на священника. They go to that just to become priests. И там есть вступительные экзамены. And you have to do pass a test to enter the school. И там избирают самых лучших. And they choose the best. И для того, чтобы допустили только до экзаменов. And just to get to the testing. Молодой человек. The young man. Должен знать весь Коран наизусть. He has to know the whole Quran by heart. И Коран размером с Новый Завет. And it's in the size of the New Testament. И он на арабском. And it's in Arabic. На языке, да, который для многих языков, для людей даже не знаком. In a language that a lot of people don't understand. Но если это могут делать они, but if they can do that, что можем мы делать мы с помощью Святого Духа? What can we do with the help of the Holy Spirit? Я особенно желаю, and I want, чтобы молодые люди заучивали места Писания наизусть. That young men would learn the Bible by heart. Это делают в воскресной школе, это замечательно. We do that in Sunday school. Но память человека достигает пика в 20 лет. For a human, his mind develops well by the age of 20. И пока люди молодые, while we're young, нужно запоминать как можно больше мест наизусть. We have to memorize as much as we can. Я порой молодым людям привожу такую иллюстрацию. I gave an example. Я говорю о том, что места Писания, которые вы знаете наизусть, all the passages of the Bible that you learn, это как патроны в вашем оружии. They're like bullets in your weapon. Если вы не знаете нисколько мест из Писания наизусть, if you don't know any or you don't memorize any passage of the Bible, вы можете оказаться безоружны в искушении. You can come up to be without a weapon to fight back in a time of temptation. Говорю, представьте ситуацию. Just set up an example. Когда-то вам в дверь кто-то постучит. Somebody will knock on your door. Вы открываете дверь. You open the door. И там стоит свидетель Иеговы. And there's a Jehovah's Witness. И он говорит вам о том, что ада не существует. And he'll tell you that the hell doesn't exist. Если вы не учили свою Библию наизусть, if you did not study your Bible, вы начнете заикаться. You will start to stammer. Вы начнете запинаться. You will don't know what to say. Вы не сможете ему ничего сказать. You won't be able to reply. Но представьте другую ситуацию. But another example. Вы изучаете свое Писание. You study the Bible. Вы знаете Писание наизусть. You know it by heart. И вы достаете свое духовное оружие. And you take out that weapon. И вы начинаете отстреливать патроны. And you start to shoot back. Написано, написано, написано. It is written, it is written, it is written. Как вы думаете, какова реакция будет этого человека? What do you think his reaction will be towards you? Он развернется и уйдет. He will turn around and walk away. Он увидит.
he will see, что здесь есть человек, that there is a man, который вооружен духовно, who's fully, armored, которого нельзя будет соблазнить какой-то ересь. Who you cannot just, dismay with just, plain heresy. Как-то в одно время в нашей церкви был Петр Батажан, членом нашей церкви. There was a time in our Bible, in our church there was a man named Peter Batajan. И однажды он рассказал или сновидение, или видение, которое ему однажды показал Бог. And I told him, a revelation that I once saw. И он говорит, как-то он увидел небесные ворота, узкие ворота. Oh, and he saw the heaven's gate. И стояло целая очередь христиан, чтобы попасть в небесное царство. And there was many people who were waiting in line to get into the heaven. Но там стоял ангел. And there was an angel. И каждый раз, когда к нему подходил человек, желающий войти в небесное царство, and every time a man came up to him to enter the gates, он начинал цитировать какое-то место Писания. He would start reciting a passage of the Bible. И если христианин and if the Christian, мог закончить этот стих наизусть, he could finish the verse, он его пускал в небесное царство. He would let him into the gates. А если человек не мог процитировать до конца место Писания, but if the man could not recite the verse, он его не пускал. He wouldn't let him in. Я не думаю, что так Бог будет фильтровать, кого пускать на небо или нет. I don't think that is the filter that God will use to let people into heaven. Но я думаю, этим видением Бог хотел показать. But with this revelation, God might want to show something. Что нам, как христианам, for us Christians, нужно изучать Место Писание. That we need to study the Bible. И выучивать его наизусть. And learn it by heart. Потому что через это, because through that, мы можем побеждать в искушении. We can overcome temptations. И достичь спасения. And find salvation. Третий метод изучения Писания – это изучение по темам. And the third is a topical study. Я читаю из Деяний 17 главы, 11 стих. And we're going to read from Acts 17:11-12. «Здешние были благомысленнее флафессалоникских, они приняли слово со всяким усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так? И многие из них уверовали». These were more noble than those in Thessalonica, and they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so. Therefore, many of them believed, also of honorable women which were Greeks, and of men not a few. Апостол Павел пришел в город Верии. Apostle Paul came into the city of Verea. И он начал иудеям проповедовать о Христе. And he started to preach to the Jews. О том, что Христос и есть тот Мессия, которого они ждут. That Jesus Christ is the Messiah that they've been waiting for. Вместо того, чтобы с ним согласиться или его отвергнуть, instead of rebuke him or accept him, они начали исследовать Писание. They started to study the scriptures. Что Писание говорит о Мессии, который должен прийти? What does the Bible say about the Messiah? Они сравнивали пророков. They followed in the prophets. И они пришли к выводу. And they came to a conclusion, что Павел говорил правду. That Paul spoke the truth. Они приняли Евангелие. They accepted the Bible. И они спаслись. And they were saved. И в этом мы видим пример. And this is a good example. Когда у нас возникает какой-то вопрос, whenever we have a question, мы можем находить ответ в Писании. We can find the answers in the Bible. Откровенно говоря, to be frank, это мой любимый метод исследования Писания. This is my favorite method of studying the Bible. И как я к нему пришел? And how did I come up to this? Очень похожая ситуация, как и христиане в Верее. Same as with the Jews when they confronted this. Я молился Христу. I prayed to Jesus. О чем-то его просил. I asked him about something. И не получал ответа. And I would not receive an answer. И естественно, у меня возник вопрос. And then a question rose. Почему Бог не отвечает на молитву? Why isn't God answering to me? Вместо того, чтобы искать это в Гугле, and instead of searching it in Google, или идти к братьям с вопросами, or to ask the brothers about the question, я решил ответить для себя из Писания. I started to study the scriptures. Я начал искать в Писании, когда люди молились, and I studied when people prayed, и не получали ответа, and when they wouldn't receive. И искал также места Писания, где люди молились и получали ответ. And I started studying the passages of the Bible where people prayed and received. У меня получилось исследование на 11 страниц. I got so much information that it was 11 pages long. И потом возникла другая тема. And then there was another topic. И третья тема. And third. И четвертая. And fourth. И, наверное, на сегодняшний день, and to this day, у меня, наверное, есть около 70 тем, and I have about 70 topics, в которые я получил для себя ответ,
that I would receive I received an answer for myself. На основании Писания. Based on the scripture. И что бы ни говорили какие-то лжеучителя. And not to follow any dishonest teachers. Или лжепророки. Or false prophets. У меня есть основание на Писание. I have base, which is the Bible. В то же самое время. At the same time. У меня есть несколько тем. I have a couple of topics. Которые я так и не получил ответ. That I did not receive an answer. Которые я продолжаю исследовать. That I continue studying. Искать, молиться. Follow, read. И я верю, это то, что хочет Бог, чтобы мы делали. And I believe that is what God wants us to do. В другом месте написано, there's another passage, что при словах двух или трех свидетелей верно всякое слово. In the middle of two or three people, every word is true. И одна из методов, как появляется некоторое лжеучение, one method where there's a false teaching. Когда берется какое-то место Писания, whenever people take a passage of the Bible, и они его трактуют по-своему, and they explain it in their own way, и выводят учение, and then becomes a teaching. На одном месте Писания. Just on one passage of the Bible. Я думаю, вы сталкивались с такими христианами, and I believe that we confronted these before, которые чтут остатки мертвых людей, who honor parts of the dead. Они им поклоняются, они их целуют, они их трогают, они их хранят. They bow to it, they worship them, they kiss them, and they keep them. И меня удивляло, почему это люди делают, называя себя христианами. And I always wondered why did these people even called Christians. И оказывается, они это взяли из Ветхого Завета. And they took that from the Old Testament. Когда хоронили Елисея, when they buried Elisha, они бросили его тело в могилу. They threw him in the coffin. И там лежали кости другого человека. And there was another man in there. И когда тело Елисея прикоснулось к этому трупу, and when the body of Elisha touched the other body, он воскрес. He rose. Они говорят, видите ли, you see, тело мертвого человека святого the body of the, of a holy person that имеет is dead, силу. It has power. Поэтому если умирает какой-то святой, if a holy man dies, мы его не хороним, we don't bury him. Мы оставляем его кости, потому что они имеют силу. We leave him just because his bones have power. Но это одно место Писания. But it's just one passage of the Bible. Нигде не видим, и в Новом Завете. There's nowhere else that there is written in the New Testament. Чтобы первоапостольская церковь that the first church поступала так со своими святыми. Would act exactly the same way. Но из этого маленького места Писания, and from this passage of the Bible, они сделали громадное учение. There's a teaching. Они делают эти неприятные вещи. And they make these awful things. Но когда мы находим какое-то место, какое-то истину в Писании, but when we find the truth in the Bible, которая повторяется снова и снова, they repeat themselves over and over, ясно и конкретно, very, without a doubt, мы можем быть уверены, we can believe, что в этом есть Божье поле. That is the God, will of God. Четвертое место Писания, четвертый метод исследования Писаний, the fourth method, это переписывание текста Писания. That is to rewrite the scriptures. Я знаю одну библейскую школу, I know one Bible school, где очень строгая дисциплина. There's very strict discipline. Там звенит звонок, и все студенты должны быть в классе. There rings a bell and everybody's in class. И если кто-то из студентов опаздывает на минутку или на две, and if a student comes in late one or two minutes, он остается после класса, he stays after the class, и переписывает три главы вручную. And he rewrites three chapters of the Bible. И студенты воспринимают это как наказание. And the student accepts that as a punishment. Но я верю, что в этом есть благословение. But I believe there's a blessing in this. Я читаю Второзаконие, 17 глава, 18 стих. Но когда он, речь идет о царе, сядет на престоле царства твое, должен списать для себя список всего закона с книги, находящихся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научиться бояться Господа, Бога своего, и стараться исполнять все слова закона сего и постановления сии. And it shall be, when he sits upon the throne of the kingdom, that he shall write him a copy of this law in the book out of that which is before the priests, the Levites. And it shall be with him, and he shall read therein all the day of his life, that he may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of this law and these statutes to do them. Когда человек в Израиле становился царем, when a man would become a king in the kingdom of Israel, он должен идти к священникам, he has to go to the priest, взять книгу закона, get a copy of the commandments, и вручную ее переписать, and handwrite it. Зачем? Why? Он же у него уже много слуг, he just has many slaves, у него много дел,
He got a lot of things to do. Почему он не мог поручить бы это кому-нибудь еще? Why can't he just tell somebody to do it? Закон говорил нет. The commandment said no. Ты должен переписать сам. You have to rewrite it. Все дело в том, the reason why, когда человек что-то записывает своей рукой, whenever somebody rewrites it with his own hand, это поднимает его сознание на намного лучший уровень. It will raise his attention span a little more. Я слышал о таком исследовании. There was a study made. Если человеку сказать какой-то факт, if you mention somebody as some kind of fact, ну, к примеру, Библию можно прочитать через за 70 часов. Just as an example, that you can read the Bible in 70 hours. И через месяц спросить человека об этом. And in a month, ask him. Человек может забыть, может быть, запомнить. A person can memorize it or forget it. Если он эту информацию увидел, if he saw it, и прочитал, and read it, то шанс запомнить, the chance to remember it, увеличится в 10 раз. Increases by 10%. Но если, but if, человек эту же информацию, this, person with this information, он записал это своей рукой, he wrote it with his own hand, то шанс запомнить, a chance to remember it, увеличивается в 100 раз. It increases by 100%. Поэтому, когда такие великие люди, как Авраам и Линкольн, so, people like Abraham Lincoln, пытались запомнить какую-то важную информацию, they try to memorize something, они записывали это, they would write it down, и потом прочитывали вслух. And they would read it out loud. Они слышали, they would hear it, они видели, they saw it, и они записывали. And they wrote it. И поэтому я верю, что это одна из причин, that is why I believe, почему Бог оставил такую заповедь. One of the reasons that God left this commandment, чтобы люди переписывали Писание вручную. For people to rewrite the scriptures. Я начал пробовать этот метод совершенно недавно. I started this using this method just recently. И я двигаюсь очень медленно. And I'm moving very slowly. Но это позволяет мне углубляться в Писание. But it helps me to dig deeper into the scriptures. И те мысли, которые я читаю, просто пролетал. And all these thoughts that I used to just pass by. Я начинаю рассуждать и вникать. I started to study them deeper. Я начинаю их запоминать. And I started to memorize them. И в русском языке есть такое выражение. And in Russian language there's an expression. Чтение между строк. You gotta read between the lines. Когда мы еще жили в Беларуси, when we used to live in Belarusia, было коммунистическое время. It was a communist time. И нам рассказывали про такого умного дедушку Ленина. Про кого? Ленина. Oh, they were talking about an elder Lenin. Они говорили о том, что он был очень умный человек. They would say that he was a very wise man. И когда его замкнули в тюрьму, and when they put him in jail, он пытался продолжать свою революционную деятельность. He tried to do his revolution. He tried to push his revolution idea. И время от времени ему разрешали писать письмо жене. And from time to time, they would let him write a letter to his wife. Это письмо проверяли перед тем, как его отправляли. And before they would send it off, they would check it. И он писал письмо своей жене чернилами. And he would write it in ink. Но между строк, but between the lines, он писал молоком. He would write it with milk. И когда проверяющий смотрел его письмо, and when one person who would check it would just read the, он не замечал то, что было написано молоком. He would not notice what was written with milk. Отправлял письмо жене. He would send a letter. И когда жена получала это письмо, whenever the wife would receive the letter, она подносила бумагу к свече. She would bring it to the light of the candle. И молоко запекаясь, and the milk would curd, и меняло цвет. And it would change color. Тогда можно было прочитать, and you were able to read it then, что человек написал между строк. What somebody would write it. И вот когда мы изучаем Писание очень детально, and when we study the Bible to every detail, когда мы очень медленно двигаемся через него, we move very slowly through it, мы можем заметить вот эти маленькие детали, well, we can notice these small details, которые Бог вложил туда, that God has put it in there, которые, может быть, мы не замечаем, читая быстро. That we don't notice when we just pass by. И последнее. And the last, метод изучения Писания. The last method of studying the Bible, очень известный. Very popular, и также практикуемый. And we also practice that, это когда делается разбор слова. That's when we study the Bible. Когда собирается группа христиан. Whenever there's a group of people, и Писание изучается вместе. And they study the scriptures together. Я не буду снова читать место Писания. I'm not going to read that passage of the Bible. О христианах в Верии. Of the Christians of Veria. Они делали разбор слова. They would do these kind of studies. Они собирались и разбирали Писание. They would gather as a group and study it. Колоссянам 4, глава 16 стих. Написано так. Когда это послание прочитано будет у вас,
то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви. А то, которое из Ладикии, прочитайте и вы. And that's going to be Colossians 4:6. 4:16, my apology. And when the epistles is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodicean, and that ye likewise read the epistle from Laodicea. То, что на тот день христиане читали как письма. What people wrote at that time as letters. Сегодня мы это читаем как Писание. We read it as scriptures today. И Павел советовал. And Paul recommended. Когда вы собираетесь, when you gather, вместе, together, читайте, read them. И я думаю, and I'm thinking, когда они зачитывали это письмо от Павла, when they would read these letters from Paul, они, наверное, задавали вопросы. They would ask questions. Они, наверное, рассуждали. They thought about it. Они, наверное, сравнивали, что он написал ладикийцам. And he would compare what he wrote to the Laodicean church. И сейчас, and today, мы называем это разбор слова. And today we call it the studying of the Bible. Когда собираются христиане, when Christians gather, читают одно и то же место Писания, they read one passage of the Bible, и рассуждают. And they think about it. В другом месте Библии, in another passage of the Bible, написано, что железо железо острит. The iron sharpens iron. И речь идет о том, что когда мы собираемся вместе, and he talks about when we gather together, мы можем помогать друг другу. We can help each other. Рассуждая о Писании. When we think about it, when we study the Bible. Когда мы делимся своим опытом. When we share our experiences. Своим пониманием. Your understanding. Задаем вопросы. We ask questions. Копаемся глубже и глубже. We dig deeper and deeper. И таким образом. With this way. Мы углубляемся в Писание. We fulfill the commandments. У нас в молодежи in our youth, есть несколько групп по исследованию Писаний. There's a couple of groups that study the Bible. Я слышал очень хорошие отзывы об этом исследовании. And there were all very good reactions about this method of studying. Я помню, разговаривал с одним из братьев молодежи. I remember I was talking to a youth member. Он мне рассказывал, насколько сильно он подрос духовно. He would explain how much he grew by this method of the study. От того, что он приходит на эти исследования Писания. Because he comes to these groups. И читает и рассуждает. And he reads and he ponders about it. У нас есть в церкви несколько родственников, родство. And we have a couple families in the church. Которые тоже собираются. That gather together. Роднёй, семьёй. With the families and study. И изучают Писание. And they study. И тоже есть благословение. And there's also a blessing in that. И Писание нас поощряет это делать. And the Bible encourages to do this. Я подхожу к заключению моей проповеди. I'm coming to a conclusion of my sermon. Я хочу вернуться к самому началу своей проповеди. I would like to begin to come to the beginning of the sermon. В начале своей проповеди я прочитал три места Писания. In the beginning, I read three passages of the Bible. О том, что каждый из нас, that each one of us, должен исследовать Писание. Has to study the Bible. И Писание, and the scriptures, нам открывает, как это делать. Shows us how to do that. Писание поощряет нас читать. The Bible encourages to read. Писание поощряет нас запоминать наизусть. The scriptures encourage us to memorize it. Писание поощряет нас исследовать что-то по темам. The scriptures encourages us to study by topics. Переписывать вручную. Rewrite it. Или собираться для исследования Писания. Or gather as a group and study it. Я хотел бы пожелать каждому из нас. And I would like to wish each one of us, давайте, братья и сестры, let's, brothers and sisters, подражать примеру этих благочестивых людей, follow the examples of these godly men, и будем исследовать Писание, and we should study the Bible, и будем наследовать благословение, and so we can receive the blessing. Аминь. Аминь.